Доброго всем здоровья! Вы на канале Крылья Нью-Джерси. С вами Дмитрий Герриш, создатель канала. Ха-ха! Ребята, ошибся я. Ну, бывает. Не в субботу все это случилось, случается, а в воскресенье. А, чьи такие красивые голуби. Ну, Дмитрий Герриш, конечно. Чемпион 32 выставок США, 4 публикации в национальном журнале «Мастер Бридер», штатный клубный судья и роллер. И Хомерс. Так, приехал сюда где-то в районе 9 часов, был вторым, Стейси с этими майками-шмайками был первым. Вот устроитель всего этого святого дела Эдди. Эдди, два пива? Два пива? Два пива. Салам алейкум. Салам алейкум, два пива, он говорит. Так, ну, красивые флайтс какие такие. Тигр. Вот интересно, их называют тиграми. Не тайгерс, а тигрс. Тигрс. Почему так? Не знаю, никто объяснить не может. А тут что у нас? А тут у нас великолепные типлеры. Типлеры. White Bar Tipplers. Nice. Два пива. Два пива. Hey, bring some beer. Bring some beer. Два пива. Спасибо, спасибо. Эдди, спасибо. 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 Ну, прибывают люди, прибывают, 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 прибывают. Отлично. Так что это второй раз, ребята. Это было 3 недели тому назад. Следующие 3 недели, наверное, это не будет, потому что нужно координировать с большими шоу. А шоу уже начались. Шоу уже начались. И поэтому шоу-расписание очень плотное сейчас будет до самого Крисмаса. Поэтому я думаю, что этот раз в этом году, не знаю, надо поговорить с ним. Я думаю, что последний, судя по тому, как будут происходить шоу. Люди прибывают, 10 часов, нормально. 10 часов, в действительности он сказал, что это официальное время открытия. Ну, те, кто продают, стараются, конечно, поехать чуть пораньше. Великолепное местечко. Как я говорю, похоже на одесский завод «Большевик» немножко, да? Взял белку, иду на стрелку. Ну, это покруче, чем белка будет. В общем, что сказать, ребята? Голуби есть, голуби разные. Ну, больших таких активных покупок, продаж я пока еще не видел. А вот какие красивые гнездовые ящики. Прямо вот так опускается. Прямо вот так поднимается. Найс. What's up? Люди привезли и летных, люди привезли и почтовых. А вот наш еврейский друг из Квинса. Первый раз вижу религиозного еврея, который занимается голубями, так как я еврей не религиозный. А что тут такое? А тут и роллеры, мотороллеры, маленькая фигуритка. Какие-то бантовские чаечки. Вот, вот, монахи крестовые. Думал купить. Думал, 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 передумал. This is tipplers, right? Tipplers roller. Oh, it's a cross? Well, way back. But as they get older, they get white. When they're born, they're такие, solid red. Какие-то типплеры. Ну, такого уже, знаете, как это сказать, декоративного характера. Вот он говорит, когда-то очень-очень-очень давно их перекрестили с роллерами. Ну, всех кого-то когда-то очень давно перекрестили. Stan, it's yours, right? Вот такие вот, ребята, люди приехали из Нью-Йорка, Сиракузы, представляете, 4 часа. 4 hours you drove? 4 hours, right? Yes. 4 часа. You like it? Oh, yeah. Yeah, you love it. Good. Вот, говорит, а я еще пойду в польский магазин. Колбаски куплю. Ой-ой-ой-ой, кто-то ему ноги поломал. Допродавался, бедняга. Morning, how are you? Hello, man. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. How you been? How you been?
Yeah, good. How are you, man? Good, good. Look at my... You bring anything today? Homers, homers, yeah. Homers? Yeah, how many? Yeah, 5, 6. That's it? Yeah, enough. Morning. Morning. How are you doing? Oh, fantastic. What happened to you? I got boo-boo. Boo-boo, boo-boo, no good. Давай, грязные собаки. Тут, видимо, где-то недалеко элеватор или что-то в этом роде. И здесь им, конечно, раздолье, этим голубям. О, машины прибывают, а машины подъезжают. И это радует. Кванто куэста ла палома бланка. Сколько стоит белый голубь, говорят наши испанские друзья. О, это куэста муча денера. Это стоит много денег. Но куэста муча не так дорого. Обожаю испанский язык. Когда-нибудь выучу его досконально. Donuts of a color that I've never seen before. Вот такие, ребята, дела. What language you speak? Macedonia, македонский. По-македонски ребята говорят. По-македонски, класс. Ой-ой-ой. That's nice. Who is this? My brother. No, no, who's birds? No, I mean, what birds is it? Donuts. It's a donuts too, right? Huh. Я не знал, что донекс разных цветов бывают. А они бывают. Какая красота. Thank you, guys. Ух, людей стало сколько, а? Работает штучка. Работает. Пойдемте на роллеров посмотрим. На всяких разных. Я сегодня немножко со временем, знаете, так у меня немного поднапутано. Потому что мне на день рождения уезжать далеко-далеко, 2 часа езды. Поэтому я так часов, ну еще часик я как-то потерплю. А потом мне надо в дорогу. Yo, beautiful, beautiful tipplers. Look at the ashy color, white bars. Белые пояса. Nice birds, nice birds. Good quality. Ну что, ребят, неплохо, да? Для октября месяца, я считаю. Я продал черного голубя почтового. Почин есть. У меня пара мурых. И я сказал, что я их продам только в паре. Никак иначе. И роллер у меня тоже. Вы, пожалуйста, на канал-то подпишитесь. Не забудьте. О, лайк прилепите. Знаете, без лайков нам никуда. Так работает алгоритм этой адской машины. Чем больше лайков, тем больше продвинется видео для просмотров. $40. Egyptian Swift. $40. Египетские. Разные голуби. Турецкие, туркиш, туркиш тамблер. Тут пару узбеков есть, пару узбеков, пару таджиков, наверное, пару казахов. Вот, приехали корма, те в кустах уже прячутся. Чего они там прячутся в кустах? Чего они там делают в кустах? How many percent protein in your feed? The highest one is 18. 18? Yeah. And the lowest? 10. And how much is a bag? The 18 is 30. Uh-huh. The 25, 12% is 25. Oh, you mix yourself? Yeah. Nice. Where are you from? Baltimore. Baltimore? Yeah. Look at this. Guys came from Baltimore. Before I leave, I'll take a bag or two, okay? Thank you. I appreciate it. Wow. 12%, 18%, $30, 10% он сделал. Вот, наверное, 10% я и возьму, потому что нефиг. Ибо нефиг. Stacy, you know that you are the best? I've been told that. Okay. Glad you're reassuring. 110%, brother. 110%. Так, вон растянулись уж куда, видали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Stan, how many hours your tipless flew this year? What's the record? What's the best? I,
I got disqualified, but they did 10 and a half hours. Why you got disqualified? You curse them out? I put up seven birds. One bird dropped away. And then the other six flew 10 and a half hours. Listen, happens. Yeah, it happened. That's what happened. Anything that could go wrong on contest day will go wrong. But it happens. Well, that's part of the game. Так, Стэн говорит, что 10,5 часов отлетали птицы, у него дисквалификация за то, что у него одна птица прыгнула вниз. Так бывает. Ну, что сделаешь? Гонки есть гонки, соревнования есть соревнования. Смотрю на этих монахов. Эх, были бы у них носы чуть подлиннее. 15 for this. 40 for the mated pair. Ух, nice, beautiful pair. White-sided. White-sided. Ну что, ребят, смотрите, нравится вам? Напишите в комментариях. Эх, пытаюсь уговорить их делать это, ну, хотя бы раз в месяц. Хотя бы раз в месяц. Ну и тут куча мне сразу начинают говорить, это не годится, и то не годится, и это не сяк, и тут не так. А, есть у меня парк возле дома, очень хороший парк. Там и туалеты есть портативные, там и тень есть, там и навесы есть. Это сам. Пойду-ка я, наверное, в этот город. Город хороший, старинный такой, дорогой город Крэмбри. А парк тихий-тихий, там, ну, люди ходят, но немного. Озеро там есть. И поговорю. И если они скажут, что... Ну, во-первых, будут они считать деньги или нет, не знаю, надо поговорить. Если они скажут окей, то я попытаюсь подбить все-таки Нелсона. Нелсона знает очень многие. What happened to your leg? I fell off the ladder. Ой-ой-ой, be careful, don't do it. Упал с лестницы, говорит. Упал с лестницы, бывает. Попал под поезд, тоже бывает. Всяких разных голубей у него полным-полно. Да, и, к сожалению, не очень здоровые тоже есть. Зачем приносить таких голубей? Ты даже видишь, что голуби у тебя нездоровы, оставь их в клетке, не вытаскивай, не позорься, не показывай никому, а лучше не привози. Вот такое мое конкретное мнение. Ну что, ребят, хватит? Думаю, что хватит. Давайте подойдем к самым замечательным почтовым голубям Дмитрия Александровича Геллера. А затем будем, наверное, прощаться. Всем привет, всем пока. Эдди тащит уже мешок корма. Так, чтобы люди бегали в руках с клетками и покупали, я не вижу. Может быть, им надо немножко больше времени. Ребята, спасибо за полный просмотр, за лайки, за подписку. До скорой встречи. А это не за горами, это буквально может быть. И на сегодня все. Вон. Один уже спит. Ш-ш-ш-ш.